Здравствуйте, дорогие подписчики канала Кодекс. Надо чтить. Сегодня я покажу вам, как можно подписывать контракты с помощью AsanMZA. Итак, берем какой-то шаблонный договор. В любом договоре есть вот такой пункт. Называется он Diğer Şartlar. Здесь вписано, что договор заключается в бумажном формате, и все дополнительные какие-то добавления или же изменения в этот договор должны тоже быть подписаны в бумажном формате. Мы просто удаляем эти пункты. И ставим вот такой вот текст сюда вместо этого, который определяет, что этот договор подписывается в таком-то количестве страниц в электронном виде, принадлежащими сторонам, подписывающим этот договор, AsanMZA. Эти AsanMZA здесь вот прописываются, сифарищи отдельно и жрачи отдельно. Указывается также, что это усиленный AsanMZA с помощью сертификата налоговой службы. И далее мы указываем, что все дальнейшие изменения или добавления в этот договор будут подписываться точно таким же методом, как указано в пункте 9.1. Берем этот текст, копируем его и вставляем в наш договор вместо этой ерунды о бумажных носителях. Итак, договор готов. Мы его сохраняем в формате PDF. Для этого надо сначала его сохранить в формате Word. Выбираем Save As, Desktop. И здесь выбираем PDF. PDF формат интересен тем, что в него вносить какие-то изменения после подписания контракта будет уже, ну, не то чтобы невозможно, но достаточно сложно. Все, сейвим это в формате PDF. Все, наш договор открылся. Сейчас будем его подписывать. Эти файлы я уже закрываю. Так. Вот наш договор в формате PDF. Итак, для подписания нам понадобится программа AsanDoc Client. Скачать ее можно вот с этого сайта asanmza.as. Для закачки вот здесь у нас есть AsanDoc. Здесь есть кнопочка «Загрузить». Можно для MS, ну, как бы Microsoft Windows, можно для Mac загрузить, но предупреждаю, что на Mac он работает достаточно плохо. На Windows без проблем. Итак, мы открываем AsanDoc Client. Прописываем сюда номер AsanMZA первого подписывающего партнера. И здесь, естественно, его ID. Нажимаем кнопку «Санитари имзала». Находим этот файл там, где он находится. Вот он. И дважды кликаем. У нас просят папку, куда сохранить подписанный файл.
И, естественно, указан тот же десктоп. Нажимаем кнопочку Save. Теперь нажимаем кнопку Imzala. Возможно, он иногда просит обновить сертификат. Это может занять несколько секунд. И вот пришла смс-ка. Все мы знаем, как подписывается с помощью Asanza. Приходит смс, в которую надо вбить пин 1. Теперь мы непосредственно подписываем файл. Все, здесь появилась подпись первая. Я закрываю эту программу. И вот у нас здесь появился файл подписанный. Можно его открыть, посмотреть. Одна подпись там уже есть. Итак, мы берем этот файл и посылаем нашему партнеру. Партнер получает этот файл, открывает его. И здесь есть очень интересная кнопка Imza Alive It. И он добавляет свою подпись. Он нажимает Imza Alive It. Естественно, у него здесь это все уже будет другое. Сейчас он тоже попробует. Сразу взял. Идет процесс подписи. Напоминаю, что подпись происходит PIN 2 с помощью ключа PIN 2 пятизначного. А первый раз программа может запросить у вас PIN 1 для того, чтобы просто узнать вашу подпись. Итак, смотрим, что у нас здесь имеется. Имеется две подписи под контрактом. Да? Все как на бумаге, только не на бумаге, а в электронном виде. При желании можно посмотреть на эти подписи, полюбоваться на них. Вот посмотрите, подписавший этот документ лица. Это я. Это второй, как бы, партнер. Полностью подпись идентифицирует владельца, вплоть до указания его фин-кода. Вот фин-код и цифровая подпись. То есть ничего страшного в этом нет. И этот договор не может быть оспорен. Потому что электронная подпись, она приравнивается к физической. В законе об электронной подписи Азербайджанской Республики. Спасибо за внимание. Чтите кодекс и подписывайте документы в электронном виде. Спасибо за внимание.